продолжу я песни Висбора, которая, на мой взгляд, очень широко известна. Но когда мой соратник по музыкально-авиационному институту Юрий Кудеев сказал, что а он ее не слышал, я подумал, как это так? Мы вышли из зоны циклона, из свора штормов и дождей. У всех появилась законно одна из бессмертных идей. Граненых стаканов касание, как славно, друзья, уцелеть. Оставил циклон на прощание лишь вмятину в правой скуле. Он наши машины проверил и души злодей закружил. И каждую нашу потерю из вороха лжи обнажил. Порядок серьезно нарушив, сидим мы всю ночь напролет. И чтобы спасти наши души, никто, кроме нас, не придет. И с нами в моряцкой одежде суровых мужчин посреди. Добрейшая дама Надежда одна со стаканом сидит. Не вписана в роль судовую, поёб здесь имеет и кров. Ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Так с песнями мы отдыхаем, глаголу рассудка не вняв. Заплачет четвертый механик, Надежду за талию обняв. И вилку стальную калеча в любовь нас свою посвятит. И чтоб описать эти речи, немужные буквы найти. И чтоб описать эти речи, немужные буквы найти. Я признаюсь, дорогая, не в меру был счастлив тогда, когда поживал, полагая, что ты не такая беда, что вольным плыву кочегаром, семь бед оставляя вдали, слегка задевая гитаром за меридианы земли, слегка задевая гитарой за меридианы земли. Рассвет на красивости падкий встает перед днем трудовым. Друзья мои в полном порядке храпят по каютам своим. Циклон удалился на сушу, оставив пейзаж на столе. И спиртом промытые души и вмятину в правой скуле. И спиртом промытые души и вмятину в правой скуле.